Всем приветики. Поиграла сегодня в такую игрушку, называется Grip. Это такие гоночки на скоростных машинках. Довольно-таки интересная игрушка. В игре у тебя есть гараж, в котором ты можешь выбрать себе машину, задать ей какие-то цвета, а здесь на нее определенные какие-то колеса, поменять вид колес. Раскраски различные задать. Расцветки. Есть многопользовательский режим, где ты можешь с кем-то поиграть, но здесь я не играл, не пробовал. Одиночный режим, где ты можешь сыграть на любой, в любом режиме и сам все настроить. И компания. Я играл вот в компании. Довольно-таки интересно. Все начинается сначала с простых трасс. То есть у тебя сначала минимум противников, минимум поворотов, а чем дальше, тем у тебя постепенно прибавляются противники, ну, с каждым этапом, здесь по этапам все идет. И, соответственно, трасса становится сложнее. То есть больше поворотов, больше всяких моментов, что тебе нужно там больше поворачивать, больше там прыгать, вертеться, крутиться. И такие вот гоночки. У тебя твоя машинка едет, разгоняется до очень большой скорости. На трассе у тебя есть зеленые линии, они дают тебе ускорение. И ты разгоняешься. И есть такие вот желто-зеленые шарики. Подбирая их, ты получаешь какой-то бонус. Вот я сейчас поднял, получил ускорение. Нажимаю ускорение и полетели. Благодаря такому ускорению тебя сильно прижимает, и ты можешь ездить как по стенам, так и по потолку. Если отпустить ускорение, то ты, естественно, вообще замедлится, ты, естественно, упадешь, потому что пропадает ускорение, а ты падаешь. Но с ускорением ты снова можешь ездить и по стенам, и по потолку, это довольно-таки круто. Еще здесь есть просто нитро. Нажимаешь Enter, держишь и ускоряешься. То есть помимо того ускорения, которое ты можешь подобрать, и ускорение, которое дает тебе трасса в виде зеленых полос разгона, у тебя еще есть свое собственное нитро. Можно разогнаться чуть ли не до 700 км в час. То есть такая трасса первая вообще очень легкая. Со временем потом там появится больше противников, трассы станут сложнее. Сейчас здесь просто едешь по кругу. А потом у тебя там и оружие появится, и противники будут стрелять в тебя, и ты будешь в них стрелять. Ну, довольно-таки интересненькая игра. На начальных этапах в нее вообще приятно играть. Потом постепенно становится сложнее, и уже приходится заморачиваться. Но тем, наверное, интересно, потому что если все время было бы легко, было бы неинтересно. Вот, такая вот игрушечка. Довольно-таки приятненькая, на самом деле. Сегодня я в нее поиграл, мне довольно-таки понравилось. Я решил записать про нее такой вот видосик, чтобы такой мини-обзорчик, может, кому-то тоже понравится. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.